Четвертый форум собрал специалистов в области финансов, представителей финансово-кредитной и инвестиционной сфер федеральных и региональных банков. В Сочи съехались гости из других регионов и ряда стран мира. Это крупная площадка для презентации инвестпроектов. Например, по итогам форума прошлого года было подписано 11 соглашений о сотрудничестве. А основная цель и задача заключается в том, чтобы на этой площадке объединить людей, которые ищут инвестиции. И неважно, это государство предоставляет инвестиции, это частные инвестиционные пакеты. Люди здесь уезжают с контрактами на приобретение активов, на получение денежных средств и так далее. В прошлом году это более 5 миллиардов рублей, которые так или иначе на этой площадке были зафиксированы. В числе спикеров форума и координатор Центра прикладной урбанистики Сочи, она же начальник отдела Департамента экономики и стратегического развития администрации города Светлана Москвичева. Она представила свое исследование по планированию комплексного развития территории Имеретинской низменности. Здесь основной момент происходит как раз в том, что мы прежде чем строить, думаем зачем, почему и для кого строить. И перед тем, как осваивать территорию, происходит изучение территории, его физического слоя, что уже есть, его социального слоя, какие люди, какие у них потребности, запросы, что они хотят видеть, что они не хотят. Как сделать так, чтобы территория была надолго прибыльна с точки зрения налогов и людей, комфортна, чтобы нам успех и была уникальна. Это техническое задание может лечь в основу разработки концепции развития Имеретинки. Что касается финансового форума, свою работу он завершит 28 сентября.